все знают, что у меня родилась внучка. У нас. У нас. Внучка, у нас, знаешь, воду стоит. И мы имеем внучку. У наших детей родилась дочь. Наши лица родили внучек. По традиции нашей церкви мы благословляем и молимся за детей, посвящаем их Господу нашему. И в традиции там наша церковь, они все молим за детей и посвящаем их в церковь. Когда я пришел в роддом, у детей спросил, как ее назвали? Как все сказали? Они сказали Абигейль. Это сказали Абигейль. А что это значит? А как его значило? Мы смотрели еврейский перевод, еврейского это переводится как радость папы, радость отца. И погляд в мир, еврейский его означало родство на башчата. И вот я прихожу в роддом. Я сутил вам в родинку. И говорю, что я исследовал более древний еврейский язык. Я сказал, что погляд очень по-надолбоку, очень по-древний еврейский язык. Профессор из Казахстана пригласил по богословию. Даже профессор из Казахстана Пуканих. Да, и мы вместе покопались. И не заедно погледнах. И узнали, что более точный перевод. И разобрали, чем полуточный перевод. Это даже не радость папы. И не радость на башчата. А все-таки радость дедушки. А вот это самое. И вы знаете, это, конечно, вот как Бог умеет на место сразу поставить. Так как Бог получили, так это не сложно мясо. Я даже его сразу не заметил. За левым моим плечом. А даже не разбирали, как с глядами рамы. Стоял другой дедушка. И стоял другой дедушка. То есть папа Романа приехал из Молдовы. Башчата Роман. То я пришел туда. И он так меня бьет по плечу и говорит мне. Там и другую правду, другую правду. В более древнем еврейском переводе. А вот древний еврейский перевод. Не написано, какой дедушка. И еще какой дедушка. По линии жены или по линии мужа? Страна Коломайка и страна Башчата. Ну вот такое вот. Забавный случай у нас подошел. Ну, вы знаете, сегодня Роман принес вот свою дочку, да? Не, с Романом из Афгашкаряси. Я подумал, что я молиться не буду за нее. Я сейчас не посмотрю за нее. Потому что для меня она сразу принцесса. Ну что, заметь, я бедная принцесса. Тут из больших пророков родился. Я буду гулянки пророки сердце. Для меня она уже апостол. За меня еще и апостол. Для меня она уже пастор сразу. И пастор вечер. Мой личный пастор. Да. Мой личный пастор. Она только она может надо мной стоять. Сам у тебя может на дворе. Ну, то есть это сразу, то есть у меня уже там пророчества идут, льются, там Абигейль, она будет, ну, такая. И медицинского пророчества, как ваш ангел. Поэтому я решил сегодня, что пастор Андрей будет молиться. Его молитва будет более объективная. Поэтому Роман, наконец-то, да? С Абигейлькой, с Санечкой. Пастор Роман, большая Богу, помолиться за благословение. Давайте мы прострем наши руки. На самом деле, это гораздо большая честь, да? Благословить. И... Благословить. Малышку. Кто нас венчал? Это как с гадьбы венчали. Давайте помолимся. Встанем, да? Отчисляй, пожалуйста, свою славу и силу Божию во всех сферах.
нашей жизни. Пусть она всегда произрастает и растет в атмосфере любви, любви родительской, любви родных и близких, любви друзей. Самое главное, чтобы она произрастала и возрастала, Господь, в твоей любви и в твоем присутствии, Боже. Наполняй, пожалуйста, Боже, своей мудростью. Аллилуйя. Пусть всегда она будет, Господь, источником благословения. Пусть всегда она будет головой, не хвостом. Пусть она растет победителем, Господь, твоим победителем. Дай, пожалуйста, большое-большое сердце, много-много любви. Окружи, Господь, пожалуйста, верными друзьями, верными учителями, Господь. Просим тебя также для нас, для церкви. Дай нам, пожалуйста, мудрость, Господь, тоже влиять на ее воспитание. Если вдруг когда-то ее жизненный путь будет сбиваться, Господь, дай нам любви и мудрости наставлять ее, наставлять и возвращать, Господь, на твои пути. Боже святый, мы благодарим тебя за эту честь, Господь, быть участниками этого события, быть свидетелями, Господь, этой жизни и твоей победы, Господь. За все тебя благодарим и благословляем имя Иисуса Христа людей. Все благословения, Господь. Молимся с любовью и благодарностью, и народ Божий скажет.